Дорогие друзья, мы долго не хотели об этом рассказывать, но скорее всего, что сегодня об этом уже сообщат по телевидению. Несколько дней назад пропал без вести при загадочных обстоятельствах известный советский российский киноактер Борис Щербаков. Сегодня рано утром поступила информация о том, что он найден в 12-й больнице города Москвы в тяжелом состоянии. Что произошло на самом деле с актером кино, которого знает и любит вся страна, пока что неизвестно. Также мы хотим вам сообщить о том, что этим инцидентом заинтересовались сотрудники полиции и, скорее всего, что будет возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Ждем подробностей, друзья, о том, что же на самом деле произошло с известным советским российским киноактером Борисом Щербаковым. Надеемся на то, что родственники Бориса Щербакова все-таки расскажут нам всю правду, а мы расскажем ее вам уже в нашем выпуске в следующий раз на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, будьте всегда рядом и не переключайтесь.